чтобы понять суть этой матрицы и как можно самому, не под воздействием тягостных обстоятельств, не по причине испытываемой боли, разочарования там, или каких-то неудач или прочего всего на свете, а умно, с помощью интеллектуальной, я прошу прощения, функции, понимая, как мозг создает этот интерфейс нашей коммуникации с миром, придумать, как сделать ее функциональной, удобной, которая бы послужила нашему развитию, которая бы из тяжелой раковины, в которой мы прячем свое хилое брюшко, превратилась бы, понимаете, во что-то, на чем можно летать, чем можно управлять, что можно направлять. Вот, использовать его инерцию, силу, возможности этого инструмента.